Вот смотрите, какой парадокс. Прорыв в спорте, а в школах нет элементарных вещей. Почему так происходит? Одни говорят, как все хорошо, а другие говорят, как все плохо. А Мякор говорит, как надо делать. Нам нужны чиновники нового типа. Нам нужны чиновники-реализаторы. Нам нужны чиновники-уникумы. И такой уникум на этих выборах есть. И фамилия его Мякор Александр. Государственник по духу, а реализатор и предприниматель по натуре. 9 сентября мы можем не просто прийти на выборы и показать власти, в каком направлении нам надо двигаться. 9 сентября мы можем прийти на выборы и сказать, что мы это и есть власть. Нам надо свой голос, свое право голоса применить. Это будет самое главное, потому что мы живем в гражданском обществе. И что бы ни говорили про выборы, это наше право и власть — это мы с вами. Девятого сентября в Хакассии пройдут выборы главы республики и выборы депутатов Верховного Совета Республики.